Начинаем с нового скандала вокруг сети магазинов «Пятерочка». Буквально пару часов назад полицейские задержали охранника одного из супермаркетов, который до полусмерти избил посетителя. И это вот эксклюзивные кадры, которые сняли камеры наблюдения супермаркета. Мы получили их буквально только что. И вот после такого теплого приема, оказанного сотрудником продуктового, мужчина оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Одному из охранников, ну, там два стояло, повыше, пониже, повыше, мне понравилось, как я на него посмотрел, то есть взгляд. Ну и как бы дальше он начал мне уже грубить, хамить руками, да, а, ну дальше, как ему сказала жена, там, видимо, еще были какие-то нанесены удары в процессе того, как я уже упал. К слову сказать, руководство сети на инцидент отреагировало очень оперативно на своем сайте. Они опубликовали официальный ответ. Во всем обвинили охранное предприятие, которое сами и наняли. Мы проводим собственное расследование причин конфликта и действий сотрудников компании «Нордвест», которая оказывает услуги охраны магазина. По предварительной информации, «Нордвест» нарушила условия предоставления услуг торговой сети, а ее сотрудники превысили свои полномочия. Кстати, это уже второй раз, когда сеть супермаркетов, ответственными за инцидент, делает как раз своих партнеров, мол, мы за их сотрудников не в ответе. Буквально месяц назад всю страну облетела новость, что security в «Пятерочке» ударил маленького мальчика электрошокером. Он принял его за воришку. Понятно, почему.